Канобу.ру представляет. Привет, с вами Ксения. Сегодня среда, 15 августа, и апдейт продолжает следить за новостями игрового мира. В этом выпуске: Cross-buy, Sony продает игры парами. Call of Duty Black Ops Declassified, детали сетевого режима. Crysis 3, командная охота. Sony анонсировала Cross-buy, необычную функцию покупки игр для PlayStation 3 и PS Vita. Предложение таково: покупая игру для PlayStation 3, вы бесплатно получаете ее версию для Vita. При этом некоторые игры будут синхронизироваться между консолями, позволяя вам играть и дома, и в дороге. Пока что Cross-buy поддерживается тремя играми: PlayStation All-Stars Battle Royale, Ratchet & Clank Q-Force и Sly Cooper Thieves in Time. Кстати, релиз Sly Cooper перенесен на начало следующего года. В рамках выставки Gamescom 2012 Sony также поделилась новыми деталями, касающимися Call of Duty Black Ops Declassified. Действие сюжетной кампании развернется между событиями первой и второй части Black Ops. Основным сетевым режимом станет командный Deathmatch с отрядами из 4 игроков с каждой стороны. Вернется и режим Kill Confirmed из Modern Warfare 3. Большинство сетевых карт Declassified будут новыми, а к релизу игры Sony выпустит специальную брендированную версию Vita. Эксклюзив для портативной консоли Sony выйдет в ноябре. Crytek рассказала о новом сетевом режиме Crysis 3. Режим Hunter столкнет многочисленных солдат Cell с несколькими охотниками, вооруженными луками. После смерти каждый солдат тут же переходит на сторону охотников. Задача Cell – продержаться 1.5 минуты. Победа будет засчитана, даже если в живых останется всего один солдат. Релиз Crysis 3 запланирован на февраль следующего года. Half-Life 3 не будет представлена на Gamescom. Игра попала в официальный список мероприятия по ошибке. Electronic Arts назвала дату релиза Dead Space 3. Игра выйдет 5 февраля следующего года в США и 8 февраля в Европе. Shadowrun Online – быть. Игра достигла намеченной цели в $500 000 в последний час финансирования на Kickstarter. А что интересного сегодня на Канобу? Читайте о лучших мобильных играх в новом блоге Станислава Куприянова. Наши коллеги делятся первыми впечатлениями из Кёльна. Пользователь Йолан подготовил для вас топ самых страшных игр. А у меня на сегодня все. Следите за новостями. Скоро обязательно увидимся. Пока!